Почтеннейшие, здравия вам! Стихотворение, которое я сейчас исполню, поймет 1 из 100. Поэтому этот ролик не будет востребован, и у него будет низкое количество просмотров. Но пройти мимо этого произведения нельзя, потому что в нем каждый из нас. Левитанский Юрий Давидович. Когда на экране в финальных кадрах вы видите человека, уходящего по дороге вдаль, к черте горизонта, в этом хотя и есть щемящая некая нотка, и все-таки это, по сути, еще не финал. Не замкнулся круг, ибо шаг человека упруг, а сам человек еще молод. И недаром где-то за кадром поет труба, и солнце смотрит приветливо с небосклона. Так что есть основания надеяться, что судьба к человеку тому прибудет еще благосклонно. Но когда на экране в финальных кадрах вы видите человека, уходящего по дороге вдаль, к черте горизонта, и человек этот стар, и согбена его спина, и словно бы ноги его налиты свинцом, так он шагает устало и грузно, вот это уже по-настоящему грустно. И это уже действительно пахнет концом. И все-таки это тоже еще не конец. Ибо в следующей же из серии этого некончающегося сериала снова в финальных кадрах вы видите человека, уходящего по дороге вдаль, к черте горизонта. Повторяется круг, и шаг человека упруг, и сам человек еще молод. И недаром где-то за кадром поет труба, и солнце смотрит приветливо с небосклона. Так что есть основания надеяться, что судьба к человеку тому прибудет еще благосклонно. Так и устроен этот нехитрый сюжет, где за каждым финалом следует продолжение. И в этом, увы, единственное утешение. А других вариантов тут, к сожалению, нет. Спасибо.